там задний. Временный искатель. Утка и еще один калаш. Два калаша и утка. Выстрелов я тру. На него даже навестись не успеваю, он уже 5 выстрелов делает. Шикарно. Обожаю. Посрать, ребята, я в нее кинул гренату. И было просрать. Что за гренату? Капитан задница, это им будет. Капитан задница, опять из задницы. Ребят, я беру это, тактика. Это им будет. Причем, смотри, всю команду сам сносит. Ну это им будет. Может, что-то этого не станет. Ты-то возьмешь, Жигу, что ты не возьмешь, Жигу. Эх, что-то этого не станет. Конечно! Да, блядь, они в прыжке с калаша ебашат, блядь, ребят. Да, и ни разу не промахивается. Он просто скачет и зажимом хуярит с калаша, и все это летит мне в голову на 40 метров. Но... Да, вы что хотите? Да не, я ничего не хочу.
Вы понимаете, чуваки просто на скеле. Я ничего. Да, на скеле, конечно, 6 раз. Если они на скеле, то я, блин, вообще убийца. Это называется читы просто. Сейчас вот с этим на утках будем бороться. Красавчики. О боже, блядь! Дайте мне, сука, ящик, я их возьму. И тут внизу утка подбегает. Трусик. Жопа, ну трусик! Руся, где? Вот я, пиздец, хватит. Что мы можем сделать, это поставить бомбу и сидеть, ждать точки вокруг. Это тупо сидеть, взять там какие-нибудь... О, вулкан, кстати, вулкан! Не поможет. Да. Не поможет тебе тут вулкан против него. Это... Взять их просто на фонтан и херачить, пускай точку. Вести не поможет вообще ничего. Здесь просто такой, блядь, софт. Волшебный софт делает все за тебя. Нахуй иди, блядь. О, и да, капитан задницы. Минус. Сидим, посем просто двери, зад, бейте на этот снайпер, ты я перезаебал уже. А где он? Кто на задница сзади меня едет? Разъезжай. О боже, блядь! А они все здесь, блядь. А как вы здесь смотрели? Меня сбили. Обожаю невидимые бампера и дебильные двери. Это две вещи, которые меня больше всего бесит в этой игре. Хорош. Сделали, теперь сидеть стал. Двенадцать секунд сидеть, пацаны. Да не, минуту надо посидеть. Нет. Да, да. Зашел. Ты зашла, еще один заходит. Двери. Утку снял. Задница сверху. Знаешь, куда он спрыгнул? Убил задницу. 20 секунд. Секунд. Походите, сейчас взорвется. Нет, раз. И вы пошли нахуй, хуесосы, блядь.